Здравствуйте, рад приветствовать вас на моем канале. Итак, отвечая на вопрос, почему именно нужно обрезать до июля. Перед вами слива была обрезана в августе, где-то 10 числа. И вот она повыпускала цветы. То есть, другими словами, она вновь зацвела. Именно поэтому нужно обрезать до июля, чтобы не спровоцировать рост плодовых веточек, то есть чтобы не спровоцировать пробуждение плодовых почек и чтобы вишня, вернее, любое дерево не зацвело повторно, иначе весной урожая будет как минимум на 50% меньше, и вы ослабляете растение. В данном случае, ну, решил вам показать более визуально. Вот так вот не делайте, не обрезайте после июля месяца. Желательно до июля. Спасибо за внимание. С вами был Виталий Орех. До свидания.